ты опасен, люди опаснее лезвий. Так что я сам по себе, пока время летит, как над головой буревестник. Раньше искал иски, я искал легкий, быстрый. Я искал, но не смог найти, поэтому просто испарился. Буревестник. Новая песенка от супердуэта. Уже предвещает, кстати, что-то очень крутое. Я вспомнил реально вот эти строчки Маркула. Из «Полет нормальный», композиция шедевральная. Послушайте, кстати, любители Мияги, послушайте, еще тоже понравится вам. Маркул, «Полет нормальный». Ну и еще там с этого альбома хорошие песни есть. «Sense of Human». Альбом «Карусель», «Белка», «Пушечные». Треки. Но «Полет нормальный» шедевр тоже. Этот буревестник сейчас заценим. Прилетел буревестник и поселился на район. Там, где любили барабаны, баритум. Без талатира ты не кешно занятум. Остановили тебя песни тегедум. Место, которое не понял бы Сальвадор. Дедлэрой нами находят разговор. Пеклала ты меня, я понял, в чем греку. Суете заряжай. Среди горы бутафора за стелем. Игры ветеранов и короли стиля мастеринг. Если бы небо не меняло меня, видимо бы не вникал в эту тираду истерик. Как Рерих в полутонах видел этот мир. Мой пробитый фарт, нам пора было вывозил. Чтобы ловить эту надежду, надо бы вникать. Дабы кубарь мы катились неуверенно и спять. Не в растяники на сцене. Хорош знает, где вы там на спели. Без души, без цели. Какой без цели. Не в растяники на сцене. Хорош знает, где вы там на спели. Сальвадор Дали. Немного вспомнил про этот припев, когда он там без стола черубили, что там, ну да, минор чуть-чуть вспомнил, там как такой темп тоже, это и там. Там где-то это вереницами суд, недоброжелатели точили топор, вот это. И здесь тоже такой, чуть-чуть там, в моменте, только в моменте, конечно, похожий с минором этот. Минор вообще, вот минор это вообще одна из самых любимых песен, может даже и любимая. Но просто действительно до нее бомбовские были песни две, «Мармелад» и «Smug D», вот это просто пушечная песня на английском. Сейчас я что-то даже название подзабыл.
А это, я думал сначала, что «Буревестник» будет песня какая-то медленная и такая какая-то типа тревожная, ну такая красивая, короче, ожидал, что ли. Но название такое, а она такая бодрая, короче, но все равно очень понравилась. Хороша, хороша, реально. Бодро. Я ожидал, что будет такое что-то более, типа, какая-то красивая, лирическая, там какая-то такая песня. А «Мармелад», да, вот просто сбоку выскочил. И, конечно, тут, конечно, вообще... больше понравилось, чем когда первый раз слушал, потом все больше и больше понравилось. Потом удивилось, что в музыкалите, когда Дима Билан, кто там был, Дима Билан и Гонефлуд вот этот. Дима Билан не отгадал, что это Мияги. Вот это меня, конечно, я потому что знаю, что большинство всяких певцов, там, шоу-бизнес этот всякий, там, но он же все равно молодой считается, это не Лев Лещенко какой, там, старый уже. Он должен был, просто обязан тоже был знать. Уж он сколько лет поет, еще фиг знает когда. Я помню, вот это «I Got Love» была песня. Она по всем радио играла там долгое время. Они очень такие, как бы, ну, не из рэперов, хип-хопа. Они максимально известные, самые известные. Как Дима Билан, нифига. И как можно голос, когда четко слышал голос Мияги, он такой один, и он нифига Мияги не... не угадал. Конечно, да, ему там он очень, очень похвалил. Но опять же, он поставил. Я бы и сам где-то мог поставить там Мияги, я где-то и критиковал какие-то песни, что говорю. Ну, так как бы понятно, что хлам они не делают, они делают все равно либо среднее, либо хорошо, либо очень хорошо. Но именно вот эта песня, она не заслужила девятку. Там десятка была однозначная, он 9 поставил. Это еще. Вот «Slow Down», да, вот это, конечно, тоже. После «Мармелада» еще такая красивейшая песня была. Прям она меня как бы удивила тем, что потом написали, что «Касл» читается. Ну да, как «Замок» пишется. Ну, это тоже «Осетин», вроде бы «Осетин». И вот этот «Оланес» тоже там был... фит с ним, Алан этот, тоже осетин. Ну, как бы, реально, вот этот певец поет, Кастл этот, он, ноль у него, ноль акцента вообще. И вот очень крутая музыка, или Мавди этот, осетин, я еще запутался. Просто они оба, что ли, ностальгическим звучанием душу рвет. Не оба, может, там это... Оба не иностранцы, короче. Никто не делает вообще, никто сейчас такую музыку не делает. Мне напоминает что-то вот, допустим, типа вот этого. Вот эта, допустим, песня мне... Я такое вообще прям... Вот то, что действительно достойно какого-то восхищения, вот эта песня, вот этот Mav D, Castle, вот этот Slow Down. Это прям достойно, реально. Восхищение, то что, а сейчас восхищаются просто непонятно чем, всякое фуфло,
слушают и восхищаются каким-то. А реально вот это они сделали. Вот наподобие вот такое, что-то напоминает. Таких песен много в свое время было сделано. Вот наподобие вот такое. Это качество не очень, конечно. Так что это пушка. Молодцы эти Хаджиме исполнители, они делают действительно красиво. Такого рода музыка. В общем, красавчики. Хаджиме, молодцы. И Мияги, и Энди Панда. Это маэстро музыкальные.